Партизанские прямо в городе устроили экотропу. В честь дня рождения городского парка, которому исполнилось 60 лет, детей провели с экологической экскурсией. В свое время в парке, который разбит на месте угольного пустыря, высадили ценные деревья, которые собрали по всему Дальнему Востоку. Маньчжурский абрикос, тис, корейская ель, сосна и многие другие. Растения высаживали по особой технологии и методом круглогодичной посадки. Есть редчайшие образцы, которые занесены в Красную книгу, например, водяной орех чилим, который находится на грани исчезновения.